Привет, с вами моделист-гастарбайтер сегодня. Да, не только же собирать тачки. Сегодня кладу плитку вообще. И вчера клал плитку, и позавчера клал плитку. Сделал не сильно много, ребят. Хочется красивую дорожку, чтобы и ребенок на велосипеде мог покататься, и вообще. Вот такая вот получается. Но это не все. Привет! Безумно, да? Ребят, вообще все безумно. У меня, по-моему, каждый день это полное безумство. Но мне все нравится. Значит, ребят, безумно, безумно и безумно. Готовлюсь к экспедиции. Сейчас пойдем в лес с вами. Но ночь не прошла даром. Вот то, что подсобрал. Видите? Зеркала, салончик, вот эта часть, как-то вот, ну, так, вот так вот примерно, что-то куда-то как-то, понятно, что это не точно, ну, не буду сейчас сильно накидывать. Это вот то, что успел ночью. Вот еще что, ребят. Вот он на диски встал свои. Резина, все у него уже открашенный. Единственное, не врубаюсь. Вот этот и вот этот. Это один баллон, ребят. Реально один баллон. Этот белый, этот нет. Че, почему я не врубился вообще? Что? Стоп, один баллон. Я лошара анапская. Да, именно так. Не один это нифига баллон. Я баллоны перепутал. Короче, вот этот 201, этот 202. Перекрас. Ладно, успею перекрасить. Больше ничего такого из глобального, ребят, не изменилось. Да ничего не изменилось. Свет. Свет. Смотрите. Вот издалека и все. Вот так вот быстро. Быстро, чтобы вы не успели запомнить координаты на паузах и на всем. Вырежу. Это заштрихую как-нибудь. Что еще? Моделист-гастарбайтер. Сделал себе дорожку, ребят, вот такую. Кривая, но зато красивая. Ходить теперь можно, блин, просто не по земле, не по траве. А по дорожке. Я кайфую, ребят, от этого. Вот такая вот кайфушка. Ну что, пошли в лес. Иду проверять те координаты, которые уже отбил. Плюс добавлять какие-то еще. Где тут мои ключики? Ох! Ксения! Постеснялась, не сильно много чего заказала, поэтому, ребят, давайте голосовалку в комментариях, только для тех, кто смотрит этот ролик. В чем будет заключаться голосовалка? Раз она выбрать не может, значит, выберем мы сами. Кто за то, чтобы купить Ксении металлический бампер, лебедку, регулятор и пульт для этой лебедки? Ставьте лайк и ставьте плюсик в комментариях. Вот, все просто так. Либо пишите там лебедка, бампер. Кто-то, если хочет что-то предложить для TRX другое, пишите что-то другое. Давайте всем миром решим. Она кое-что выбрала, но остались еще какие-то финансы из той суммы, которая должна была быть. Поэтому, возможно, еще что-то купить. Давайте. Либо ваше предложение, либо лебедка, бампер и управление лебедкой. Пошли в лес, ладно. Ну, вот мы и в лесу, ребят. Вот. Сейчас покажу вам, как я это делаю. Ну, вот у меня компас с координатами.
Соответственно, хожу по лесу, нахожу красивые места какие-то. Ну или просто места. И, соответственно, ставлю на них точечки. Записывая к себе в тетрадочку дома. Все это для Гугла или Яндекса. Ну, что там как бы читабельность будет. Вот. Уборку еще не сделал, ребят. Чувствую, завтра с утра побегу с пакетом мусорным здесь. Часов, наверное, в 11-12 вот так вот буду бегать здесь и убирать, потому что мусора очень много, ну и некрасиво. Че, осталось накидать пару точек. Где-то будет 40, я думаю, да. Просто пробежаться, раскидать эти точки у меня заняло 1,5 часа. Ну и считайте, где-то 3 часа будет экспедиция. Вот так вот, регистрация уже закончена, там всего, по-моему, человек 16 получилось. Если вам хочется приехать посмотреть, вы живете в Питере, приезжайте в субботу в 11 часов старт, приезжайте посмотреть. Поучаствовать не обещаю, ребят, ограниченное будет количество всего отпечатано. Но если, конечно, вас больше приедет, будет круто. Быстро что-нибудь придумаю, отпечатаю еще. Вот как-то так. Погнали дальше. Еще, ребят, как я делаю точки, так, чтобы вам наверняка было понятно. Я сначала их все пробежался, отметил на своей, в своей тетрадке. Потом я ввожу эти точки в навигатор и еще раз пробегаю и уже расставляю флажки. То есть флажки будут там, где их будет видно. То есть вы пришли на точку и вокруг на расстоянии где-то 3, наверное, 4 метров от этой точки, где вы ходите, будет находиться флажок с номером. Вам нужно подъехать к этому флажку, либо подползти, либо забраться куда-то. На расстоянии 10 сантиметров, 15, я там выдам палочки мерные специальные, значит, остановиться, сфотографировать эту точку вместе со своей моделью, чтобы не было рядом ни рук, ничего. То есть модель должна без помощи находиться в этой точке. Да? То есть если это, извините, точка на расстоянии метра вверх, то вы должны придумать, как это сделать, да? Все точки будут расположены так, что можно без помощи рук будет как-то это сделать. Как? Не буду рассказывать, потому что иначе вы все заранее узнаете. Сами догадаетесь, я думаю, вы, ребята, умные. Например, вот сейчас она здесь будет, точка, ребята, одну раскрою. Ой, чуть не грохнулся, смотрите. Видите, дерево стоит. Вот точка будет. Вот здесь вот расположено. Нужно догадаться, как сделать так, чтобы сфотографировать модель рядом с этой точкой. Вот оно, болото наше любимое, да? Вот оно, наше ямище любимое. Угадайте, что будет посередине этой ямы. Вторая точка раскрыта. Ну и хватит. Лишних две где-нибудь накидаю подальше. Ну что ж, точки отбиты, 46 точек, какие-то интересные, какие-то простые, какие-то сложные. Ну, в принципе, в общем, ничего как бы космического. Сразу, ребят, говорю, желательно, чтобы в команде хотя бы у одного человека была лебедка, либо трос. Без этого вы не сможете пройти данное мероприятие. Но это уже будут ваши проблемы. Вы услышали меня. На сообразительность много чего будет. То есть, чем длиннее у вас с собой трос, тем, ребят, лучше. Если 3 метра, это вообще шикарно. Так что вот так вот. У каждой точки будет номер. Соответственно, этот номер должен быть у вас сфотографирован. Люди смотрят меня, как на меня, как на дебила. Ё-моё, идет с камерой, разговаривает, что-то сам. А я же с вами разговариваю.
Ладно, ребят, сегодня вот такой вот небольшой ролик. Он нужен к просмотру тем, кто поедет экспедицию. Ну и всем остальным, кому интересно. А, не покажу. Не покажу. Пойду еще одну точечку сделаю. Цены точек пока нету, ребят. Возможно, в следующий раз будет уже с ценой точки, да? То есть можно взять сложную, а можно взять простую. Я пока... Это первый раз, когда я такое делаю. Поэтому здесь больше прикидка такая идет. Так что вот так вот будет награждение первых трех мест. Три команды. Кто выиграет? Ну, как награждение? Рамочки будут, да? С первым, вторым и третьим местом. С названием. Фу! Меня съесть кто-то пытался. Все, ребят, пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Я вас люблю. Заходите в Инстаграм, в группу ВКонтакте. Там много интересного. Пока! Да, очечки, кстати. Вы писали, да, неправильно. Вот, нашел свои очки, одел их, пилю в них. Потому что, ладно, еще там окаленка, но когда, блин, с тротуарной плитки, когда ее режешь, попадает совсем больно. Ладно, это не об этом. Слушайте, ребят, еще вопрос такой. Может быть, среди вас, вас же много, есть кто-то, кто хорошо разбирается в ВК. И он из Питера. Потому что я подъехал пообщаться бы, может, ты советы какие-то дашь по группе ВКонтакте. Если ты разбираешься и готов мне помочь советом бесплатно за хорошие отношения, я буду очень тебе благодарен. Ну, потому что мозг мой периодически рушится. Стену я пока не закрыл. Перевод из группы в страницу. Я не понимаю, как отразиться на общем, да, то есть на всем, на всех постах. Потому что не хочется потерять функционал, который есть сейчас ВКонтакте у меня, да, при переходе на страницу. Но по-другому я не знаю пока, как это сделать. Если ты в этом разбираешься, помоги, пожалуйста. И, может, ты еще немножко в Инстаграм разбираешься. Пару советов мне по Инстаграму дать. Кажется, как бы выкладываешь фотографию TRX-а, ставишь хэштег TRX, должно быть много просмотров этой фотографии, да, ну, потому что там групп миллионы по TRX-у, а их почему-то не сильно много. Есть у меня подозрение, что как бы что-то я не так делаю, ребят. С Ютубом-то понятно, мне никто не поможет. Здесь сам себе кузнец своего несчастья, поэтому когда-нибудь я научусь. И с Ютубом тоже работать. Хотя вот уже 2 года, и что-то есть нюансы. Очень много, ребят, нюансов. Спасибо, что смотрели.